опускайте руки, не опускайте нос. Любой из вас волшебник чудесной страны Оз. Зачем я все детство на репетиторов потратила? Коля, в пьяце в институте ни разу сам сыщи не сдал. А теперь сколько ты зарубаешь? Лям в день. Больше. Меня бы кто спросил, сколько я зарубаю с золотой медалью и красным дипломом. Я хочу тусить. С тобой тусим. Мы с тобой ходим на квизы. На квизы, Вань! Недавно мы поддержали школу юного лидера. Это такой летний лагерь, где дети получают задание 10 миллионов победителя. Детский лагерь собрался? Я закрою ипотеку. Ты же сам говорил, я на 17-летнего похож. От продюсеров «Я худею» и «Марафон желаний». А кормить там будут? Мам. Да, конечно. Смешно, и на папу моего похож. А если его ребята будут обижать? Я надеюсь, это смывается. Все будет бенч, бро. Че? Маша, кровать. Я уже думал, не предложишь. В свою кровать, Ваня. Сразу видно, с дедом по грибы не ходил. Главная авантюрная комедия лета. Здесь что-то нечисто. Вот зачем все это нужно Ковпинцу? В чем его выгода? А ты не хочешь, я на дом Ковпинца на дроне полетаю? Когда это помогало? Молодой человек. Дай нож. Там нет ножа. Ну свой нож дай. Да откуда у меня нож? У вас у всех есть нож. У кого это у нас? Так, Арсен, можем проиграть первый конкурс. А, давай. В кино с 9 июня, а также по Пушкинской карте.